Всем привет! С вами снова Аза Кашапова. Пока актеры театра в отпуске, я расскажу о погоде на среду, 26 июня. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам ожидается ухудшение погоды. Помимо дождя, синоптики обещают грозу и облачную погоду. Днем без изменений, плюс 23, а вот ночью похолодает до плюс 12. Скорость ветра 5 метров в секунду. В южных районах малооблачно с дождем. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Порывы ветра до 6 метров в секунду. На западе Бурятии облачно и дождь. Несмотря на это, холоднее не станет. Днем плюс 22, ночью плюс 7. Скорость ветра 9 метров в секунду. Дождь не обойдет стороной и столицу республики. Днем в Улан-Удэ плюс 25, а ночью плюс 15. Ветер не сильный, его максимальная скорость 6 метров в секунду. Не забудьте взять с собой зонтик или дождевик. Никто ведь не хочет простыть под дождем. На этом у меня все. С вами была Аза Кашапова. До скорых встреч! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа- и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.